Кажется, еще вчера она была такой же девчонкой. Гоняла мяч по паркету и даже не думала о том, что окажется наставником сразу нескольких женских команд по баскетболу. Свою спортивную карьеру Мария Калмыкова начала в Рязани. Впервые вышла на баскетбольный паркет, будучи ученицей 8 класса. Я была самая большая вообще среди не только своего класса, там, может, даже среди 11-классников я была самая большая. Тренер пришел, увидел, все, пойдем в баскетбол. В основном, основное количество времени, да, я играла в вологодской команде. Но после окончания института уже как бы, ну, приглашали другие команды. Мария играла в Новосибирске, Ростове, Москве. А когда пришло время оставлять большой спорт, поняла, раз и навсегда проститься с любимым баскетболом не сможет. Кто-то предлагал идти какие-то взрослые команды там тренировать. Ну, мне вот больше по душе как-то вот они запали, и все. С детьми не сложно. Мне наоборот кажется, взрослых сложнее дисциплинировать. Они очень послушные, очень милые девочки. Меня они радуют, дети. И вот каждый их какой-то, им даешь что-то, какой-то определенный элемент, а очень радует, что они его делают. И когда у них это получается, и потом, когда они это выполняют в игре, это, не знаю, мне нравится. Подопечные с максимальной отдачей стараются выполнять все задачи своего наставника. Девчонки влюбляются прям в тренера, и все. Вот сейчас подбежали обниматься и все остальное. Вот радость и счастье, можно сказать. Они благодарны очень, вот девочки очень благодарны. Они благодарны ей за спортивную дисциплину, за то, что смогла в буквальном смысле вырастить в них спортсменок. А еще просто за то, что стала для каждой из них лучшим другом. Даша, ноги! Прямо. Один свисток, мяч вправо, два свистка, мяч влево. Перевод взяли. Кто первый? Очко. Старшие, которых я выпустила 4-й год, ну, мы по области что-то занимали, там, медали. И они до сих пор ко мне ходят, и до сих пор на дни рождения ходят, и поздравляют всегда. Самое интересное сейчас расскажу. У меня даже девчонкам старшим обращаюсь. Подскажите, какую футболку купить? Чтобы, говорю, помолодежнее выглядеть с вами. Подсказывают, да? Я, может, поэтому радуюсь. Они меня радуют, и я все время как бы хожу в мир. И настроение хорошее всегда. Всегда улыбаюсь. А как иначе, если чувствуешь себя на своем месте? В жизни Марии исполнились почти все ее мечты. Осталось главное, к которой она шаг за шагом идет каждый день. Я хочу, ну, найти, ну, девочку, чтобы прям вот... Ну, можно сказать, выросла до таких высот. Это тяжело, ее, ну, сложно найти такого ребенка. На вопрос, есть ли среди ее подопечных те, в ком она видит особый потенциал, Мария застенчиво отвечает – есть. Но впереди много работы. Самое главное, что к одному результату стремится и тренер, и сам игрок. А значит, успеху быть.